конкурсе «Юный эрудит» мерили знаниями учащиеся лицея номер 1, номер 8, гимназии номер 6, школы номер 7, школы номер 4 Поваровской Тимоновской школ и школы «Лесные озера». По замыслу организатора мероприятия Комитета по народному образованию, конкурс проходил не просто в форме интеллектуальной викторины. Его превратили в праздник знаний. Участники конкурса и зрители вместе с ведущими совершили путешествие по телестудиям Останкино. Ребята отвечали на вопросы телевикторины «Умники и умницы». В промежутках между конкурсами они показывали рекламу своих школ. Призовые баллы юным эрудитам помогали зарабатывать и одноклассники. Группа поддержки в течение 3 минут доказывали, что именно их конкурсант достоин победы. Родителям участников викторины предложили написать оду, посвященную конкурсу. В итоге жюри определило победителей. 3-е место занял Антон Козадой из школы номер 7. 2-е место у Лизы Медведевой, гимназия номер 6. А звание юного эрудита и хрустальную сову получила Аня Агапова из гимназии номер 6.